Армению наказали за проявленное неуважение к национальному флагу Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване и отобрали право проводить чемпионат мира по этому виду спорта в следующем 2024 году. Об этом сообщил член правления Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Анар Гусейнов. Как сказал Гусейнов, вопиющее неуважение, проявленное к флагу Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, наглядно доказало не только то, что армяне все еще не готовы к миру, но также и к организации какого-то крупного спортивного соревнования. Команда Азербайджана, выразив протест, отказалась от участия в соревнованиях, а федерация направила послания и письма в авторитетные международные организации с призывом дать адекватную реакцию как на моральную, так и на правовую сторону дела и осудить действия армян. Основной нашей целью было добиться лишения Армении права на организацию чемпионата мира 2024 года. И нам это удалось, несмотря на то, что данный вопрос уже был практически решен, сказал Анар Гусейнов. В результате совместных усилий Федерации тяжелой атлетики и Министерства молодежи и спорта Азербайджана 12 июня на заседании Исполнительного комитета Международной Федерации тяжелой атлетики, прошедшем на Кубе, было принято решение не проводить чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года в Армении, а передать это право Бахрейну. «Справедливость восторжествовала», — говорит Анар Гусейнов и добавляет. Флаг священен. Мы все стремимся к тому, чтобы он всегда развивался на различных высотах. Те, кто попытается предпринять что-либо против него, всегда будут сталкиваться с решительным противодействием Азербайджана этому, отметил он.